О работе районных административных комиссий говорили на рабочем совещании в мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной. Эти органы собирают информацию о возможных административных нарушениях. Если их признаки подтверждаются, то материалы передают в прокуратуру для дальнейшего возбуждения дел и взыскания штрафов. Главы районов доложили о статистике выявленных и оплаченных нарушений. Чаще всего штрафуют за парковку на газоне и нелегальную торговлю. Основные статьи, по которым правонарушения зафиксированы, это размещение транспортных средств на газоне, 424 аж административных правонарушения. Следующей статьей, самой частой, это осуществление розничной торговли, 58 административных протоколов рассмотрено. Ну и также нарушение дополнительных требований к выгулу домашних животных, 8 административных протоколов составили в этом году. Также на совещании обсудили работу по разработке программы социально-экономического развития города на ближайшее десятилетие. Подготовкой проекта займется экспертная организация, которая уже готовила такие документы для Архангельска, Кирова и Барнаульской агломерации. Сейчас специалисты проводят опрос жителей города и принимают предложения и идеи, которые нужно учесть при составлении программы. Как глава районов обращаюсь к вам. Максимально распространите вот этот опросник для населения, чтобы было с чем работать и чтобы было максимально задействовано количество людей, жителей Самары. Ну и, соответственно, всех уважаемые коллеги приглашаю принять участие и пройти этот опрос. На втором этапе специалисты проведут анализ полученных данных, а уже в рамках третьего этапа подготовят проект программы развития. При этом в своей работе они будут учитывать и уже предложенную губернатором Вячеславом Федорищевым программу социально-экономического развития области. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.